Женщина может сказать мужчине: ты, пожалуйста, меня, значит, всегда одергивай, когда я полезу за сладким. Всякий раз, когда он будет ее одергивать, она будет его ненавидеть. Ну, потому она почему полезла? Потому что у нее сейчас есть такая внутренняя интенция. И он ей дал по этим. Помощь это. Просто не веди ее там, где она может это увидеть. И это будет помощь. Обстоятельства — это то, что вы создаете, не показывая того, что вы это делаете. А когда вы создаете обстоятельства, которые становятся, как бы сказать, очевидно, что вы делаете, это уже начинается полная катастрофа. Поэтому это всегда такая эмпатия с этими с обстоятельствами, которые мы создаем для близких людей, чтобы у них что-то с ними менялось, что-то с ними происходило.